Всем привет, с вами канал Максим Мобайл. Это вторая часть видео о том, как идут игры на смартфоне Alcatel OneTouch Pop 3 5015D. И первая игра в этом видео — GTA San Andreas. Запустим ее по умолчанию. У нас установлены высокие настройки графики. Сейчас мы их изменим на самое максимальное. И посмотрим, как устройство будет работать на максималках в этой игре. Дисплей. Вот, видите, что. Максимальные настройки. Угу. Все установлено. И запускаем игру. Посмотрим на плавность. И вообще, как работает игра. Пропустим ролик. Вот, что ж, максималки. Выберем такое. Знаете, ребята, все очень плавно. Замечательно работает GTA San Andreas. Вот так, чтобы лучше видно. Так, нужно взять какую-то машину. Вот, таксишка пойдет. Запрыгнули, и вообще на максималках все идет замечательно. Лагов нет. Все очень хорошо работает. Играть абсолютно комфортно. Возможно, это, конечно, как-то все-таки каким-то образом урезается графика, потому что видим, что не до конца прорисовывается. Но, может, я еще что-то не настроил в настройках. Сейчас назад надо вернуть. Да, опции. Вот это похоже, да, не на 100%. Да, вот теперь это полноценный максимальный уровень графики, потому что прорисовка теперь намного дальше происходит. Сразу я забыл об этом поставить, пропустил это. И вот все замечательно работает. На хорошем уровне. Беспроблемно. Теперь переходим к следующей игре, Modern Combat 5. Запустим ее. Пропускаем этот ролик. И посмотрим, как работает Modern Combat. Что ж, игра запустилась. Вот я уже немножко и пострелял. Так, откуда там нас стреляют, что-то я не вижу. Так, меня убили. Повтор. В общем, игра идет хорошо. По графике также все очень хорошо. Вот видим, что стреляет, работает. С этим проблем нет. Вот. Замечательно.
Modern Combat запускается, работает. То есть проблема была только в Dungeon Hunter 5, почему-то он тогда не запустился. И третья игра в этом видео — Asphalt Nitro. Запускаем. Так, сколько всякой информации повыскакивало, все позакрывали. Переходим к первому треку. Запускаем и смотрим, как работает игра. Начинаем гонку. Графика тут не настраивается, поэтому сразу идет какой-то определенный уровень стандартный. Как в Асфальте 8, ее тут настроить нельзя, уровень эффектов. Так, похоже, что мы начали гонку, но почему-то то ли зависло. Да, выкинула. Игра почему-то зависла. Сейчас мы ее запустим быстренько еще раз. Хотя возможно такое, что игра просто не запускается, как это было с Dungeon Hunter 5. Вот запустилась игра еще раз. Та же процедура. Вот, теперь вроде запустилась и не выкидывает. Достаточно долго запускалась игра. Странно, хоть она такая не тяжелая, считается всего лишь 20 мегабайт изначально весит. Потом я посмотрел, что в итоге немножко больше. 78-80 мегабайт она весит. Ну что ж, все работает отлично. Претензий к игре нет. Гоняемся. Не подглючивает, не выкидывает. Что хорошо. Играть абсолютно комфортно в эту игру. Вот разбились, ну ничего страшного. Замечательно идет эта игра. На этом все, спасибо, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на канал Максимум Байл, комментируйте, ставьте лайки и ждите новых видео. Пока!